начинаем работу нашей очередной проектной сессии. Проектные сессии проводятся в рамках программы «Проектное государство», и эту программу организует Движение развития и Институт демографии, миграции и регионального развития. Каждый четверг в 16:00 проводятся такие проектные сессии по самым разным животрепещущим проблемам с точки зрения реализации проектов развития страны, которые собраны в программе «Проектное государство». То есть там около 182 обозначено проектов, они все очень разные. Но идея программы «Проектное государство» заключается в том, что эти проекты создают созидательно-преобразовательную мощь, которую следует направлять на различные территории, значимые для нас прежде всего, но для нас значимы прежде всего России. Поэтому с позиции российской государственности, с позиции российского и мирового развития, вот реализуемые нами, прорабатываемые, продвигаемые проекты развития, мы стараемся всей мощью, по мере возможности, по тому, где наиболее какие проекты подходят в большей степени, обращать эти проекты на ту или иную территорию. В этом смысле сегодняшняя наша проектная сессия, она, конечно, посвящена прежде всего региону, который очень сложно однозначно определить, потому что, может быть, географически более правильно его будет называть Центральной Евразией. С точки зрения современного словоупотребления, Центральной Азии, но опять более широко, поскольку в этот регион для нас входят и Афганистан, и Иран, и Пакистан, то есть Средний Восток. Мы продвигаем, вот одним из проектов развития нашего проектного государства, которым мы работаем, является такой пока проектируемый гипотетический регион, называемый Новый Средний Восток. Потому что мы считаем, что необходимо интегрировать и создавать общий рынок, общее экономическое пространство между Сибирью, западной прежде всего Сибирью, то, что раньше называлось Средняя Азия, и Средним Востоком, то есть Пакистаном, Ираном, Афганистаном. Соответственно, сегодня наша задача, с одной стороны, конечно, рассмотреть, а какие базовые проекты совместного развития по отношению к этой территории, какие должны иметь место, как выворачивать в хорошем смысле, в том смысле, что начинать применять и переносить проекты развития, которые мы продвигаем на данную территорию. Но аспектом основным будет вопрос о том, кто является главными заинтересантами в развитии региона, и, соответственно, кто может составить основу инвестиционного пула. То есть, кого, с кем собирать инвестиционный пул и, соответственно, накапливать ресурс, прежде всего финансовый. Хотя инвестиции – это не только финансы, в отличие от слова «финансы». Инвестиции в обязательном плане предполагают проектно-аналитическую работу, кадры прежде всего, то есть способность реализовывать те или иные задачи. Поэтому инвестиции – это, конечно, более сложные понятия, чем просто финансы. Мы знаем массу примеров, и, к сожалению, в том числе и в Российской Федерации, когда присутствуют гигантские деньги на рынке, выделяются гигантские деньги на рынке, но эффект абсолютно неадекватен даже какой-то части этих средств. Оказывается, нет кадров, нет способности работать, и в этом плане инвестиции, они кардинально отличаются от просто денег. Поэтому все рассуждения, очень модные в течение последних 20 лет в Российской Федерации, что задача заключается в привлечении инвестиций, на самом деле эта идеология, она очень ущербна. Потому что на самом деле имеют в виду, что привлечь деньги, ну кто же от денег откажется? Деньги, конечно, хорошо привлечь. Но оказывается, что либо деньги от чего-то не привлекаются, и их владельцы денег не хотят нести, несмотря на бесконечные разговоры об инвестиционной привлекательности. А с другой стороны, когда деньги приходят, то, как правило, их правильно употребляют те, кто эти деньги и дают. И поэтому бессмысленно для инвестора бессмысленно давать деньги кому-то непонятному для чего-то, для того, чтобы была отдача, он должен жестко контролировать процесс. Поэтому инвестор должен поставить своих управленцев, должен поставить свои мощности. Как правило, кредиты
открыто или там связано, так сказать, аккуратно связанные являются по сути своей, за ними стоит определенные дипломатические обязательства, обязательства по приобретению техники и сопровождающих кредиты других, так сказать, вещей, других вещей, обстоятельств и условий, ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Поэтому инвестиции, конечно, это очень сложное понятие, которое еще у нас на самом деле и не отработано серьезно. Ну и вне всяких сомнений, инвестиции должны быть возвратными по определению, потому что если нет понимания, как деньги будут возвращаться и на чем этот возврат будет осуществляться, то тоже инвестиции становятся ущербными и неким таким фигуральным термином, эвфемизмом по отношению, опять же, к деньгам. Просто взять деньги непонятно зачем. Другое дело, что вопрос возвратности инвестиций во всем мире никогда не сводят, ну, помимо того, что только краткосрочным периодом возвратности, но всегда рассматривают более комплексно, в том числе имея в виду и закрытие потерь, которые могут быть, если не осуществлять такие инвестиции. Поэтому достаточно часто инвестиции бывают, казалось бы, внешне неприбыльны и невозвратны во многом, но они по факту, организуя то или иное присутствие вот, инвесторов и субъектов, соответственно, так или иначе отрабатывают свои инвестиции, пусть косвенным путем, но это все закладывается исходно в формат инвестиций. И мы работаем уже не первый месяц и даже не первый год по этому направлению. Мы считаем, что регион, ну, если условно назовем, Центральной Азии, так более широко чуть-чуть, или по Фредерику Стару, Большой Центральной Азии, если этот регион рассматривать, он крайне интересен для вот такого рода проекта. Почему? Во-первых, здесь мы впервые можем понять, где вопрос идет о случайных каких-то обстоятельствах, либо о реальном инвестировании, организации феноменов развития. Потому что регион сложный, и когда, например, меня, продвигающего проблематику корпорации развития Центральной Азии, необходимости капиталовложений со стороны Российской Федерации в Центральную Азию, обвиняют часто в том, что я хочу русские деньги истратить не пойми куда и не пойми на что, то в этой ситуации, мне кажется, основным ответом на такого рода упреки является даже не только демонстрация самих проектов, а сначала вопрос, а где у нас инвестиции осуществляются в самых, что ни на есть, русско-славянских регионах? Я все время задаю вопрос, ну хорошо, деньги не надо тратить в Центральную Азию, давайте ее тратить в Костроме. А где в Костроме тратят какие деньги и какой эффект получают от реальных инвестиционных проектов? И Кострома, естественно, достаточно условная, здесь берется конкретная область, субъект Российской Федерации, но по факту проблема инвестиций не в том, что они в Центральную Азию или в Кострому, а в том, что они должны давать синергетический комплексный эффект, а у нас сегодня с инвестициями практически не могут работать. И второй момент. Очевидно, что масса проблем, связанных и с избыточной миграцией, и хаотической, нелегальной так называемой миграцией в Российской Федерации, с другой стороны, с нестабильностью Центральной Азии, по-прежнему все ждут, когда арабские революции придут в Центральную Азию, и все так или иначе это обсуждают. Но дело даже не в том, что это будут такие арабские революции второй волны, а дело в том, что мы понимаем десятки моментов, которые определяют нестабильность Центральной Азии, которые важны не только для непосредственно государств Центральной Азии, но прежде всего для России. Потому что если нестабильным будет подбрюшье России, то никакого перспектив для новой индустриализации, для создания Евразийского союза тоже не будет. Ну и, наконец, главный момент. Конечно, я, например, не могу рассматривать государства Центральной Азии, по крайней мере, вот в тех республик, бывшие Советского Союза, я их не могу рассматривать как посторонние государства, такие же, скажем, как Парагвай или, там, скажем, Нигерия. Просто не могу, потому что это наши братские народы. Мы в основе своей люди, пока еще что, в общем-то, единой некой цивилизационной культуры, и это очень важно. И, безусловно, это цивилизационное пространство, даже если брать его с точки зрения узкоэкономических параметров, это цивилизационное пространство и есть главный генератор новой стоимости и общественного богатства. Чем больше мы будем сдавать это цивилизационное пространство, тем, казалось бы, экономия на Средней Азии, условно говоря, тем хуже будет в Российской Федерации нынешней.
И мы это уже, в общем, за 20 лет прекрасно поняли. Я помню, как мне один высокопоставленный товарищ рассказывал, как он переживал, когда после армии пришел, после училища молодым лейтенантом приехал в Таджикистан и увидел горному аулу асфальтовую дорогу. И сказал, что у меня в моей Сибирской области такой дороги в моей деревне нет. Поэтому, говорит, надо было давно отделить Центральную Азию для того, чтобы она не была нахлебницей. И тогда мы нормально около нашей трубы с нефтью и газом заживем. Я ему задал только один вопрос, говорю, за 20 лет дорога появилась? Он говорит, нет, говорит, и деревни уже не станут. То есть в этом смысле вопрос на самом деле простых решений, которые 20 лет назад во многом определяли политику. И я, например, когда обсуждается Ельцин и голосование за Ельцина, феномен, я это называю российским национализмом, потому что во многом голосование шло за то, чтобы отделиться от непрофильных окраин, от непрофильных активов, как бы. Об этом писал откровенно Солженицын в том, как нам обустроить Россию. Он и предлагал и Кавказ во многом отделить, не то что Среднюю Азию. Поэтому это была общая на самом деле такая идея, охватившая всю Российскую Федерацию, или тогда РСФСР, которая, по сути, я считаю, развалила Советский Союз. Трудно упрекнуть, как бы не относиться к конкретным политическим деятелям, скажем, Казахстан или Таджикистан, что они выступили теми, кто разваливал Советский Союз. Нет, сегодня документ уже известен, именно Борис Николаевич Ельцин в тесном сотрудничестве с руководством Прибалтийских республик и обсуждал прежде всего вариант, на котором он будет способствовать независимости Прибалтийской республик для того, чтобы была максимальная независимость Российской Федерации, тогда СССР. Ну и наконец День независимости, он как раз, который сегодня, слава богу, стал называться по-другому, 12 июня 90-го года, который начинался, он, собственно, и был наибольшим отражением первого явного неприбалтийского манифеста независимости, декларации о государственном суверенитете, когда РСФСР, по сути, вышла из состава Советского Союза. И сегодня, относясь вот к инвестиционному пулу, возникает вопрос, кому вообще этот регион нужен, по большому счету. Вот. В этом плане нам нужен, потому что мы считаем, что развитие даже в узком смысле России, как Российская Федерация, абсолютно невозможно без продвижения всего цивилизационного пространства. Второй момент. Как ни странно, для нас, например, вот в этом регионе, если брать более широко Центральную Азию, например, как Центральную Евразию, в этом регионе для нас значительно... В этом регионе самым интересным государством, по отношению к которым, я считаю, и нужно в первую очередь отрабатывать проекты совместного развития, является, как ни странно, Афганистан. Потому что если по отношению к многострадальному Афганистану мировое сообщество и Российская Федерация предложат реальную матрицу проектов развития и методологию того, как можно стабилизировать ситуацию в Афганистане и кардинально ее менять, с моей точки зрения, это будет важнейшей точкой, когда вообще начнется реальность по отношению всему региону Центральной Азии. Отсюда вот сегодня как раз эксперты Института демографии, миграции и регионального развития работали уже в составе экспертных групп межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Афганистаном. Завтра будет уже заседание, собственно, самой межправкомиссии 2 марта. И мы видим вопрос о подъеме афганской экономики здесь одним из решающих и центральных. Здесь есть сторона, чисто связанная с безопасностью, прежде всего антинаркотической безопасностью России, но есть сторона, связанная вот с созданием единого экономического пространства от Сибири до Индийского океана, который мы называем Новый Средний Восток. С точки зрения проектов развития, мы их членим на 4 базовые таких категории или типа, 4 типа проектов совместного развития. Первый тип – это проекты инфраструктурные.
Конечно, речь идет и об водно-энергетическом балансе, единой энергетической инфраструктуре. И здесь, кстати, водный баланс региона, он прекрасно показывает неделимость этого региона и теснейшую взаимозависимость каждого из государств региона. Ну, естественно, транспортные проекты и так далее. Это первый тип инфраструктурных проектов. Второй тип проектов – это этнохозяйственные проекты. Данный тип проектов связан с тем, чтобы, с одной стороны, стимулируя экономическую активность, не терять важнейшие составляющие цивилизации в центральноазиатских государствах. В данном случае речь идет, например, о шелководстве, хлопководстве и единых системах связанного шелководства и хлопководства, которые задают и специфику, и которые, безусловно, должны воспроизводиться. Укажу только на простой пример, что на сегодня тоже шелководство Центральной Азии, которое почему-то часто легко называют малоприбыльным и нерентабельным, очень резко начинает развивать Вьетнам, другие государства, получая с этого очень большие прибыли. В том числе используя и ресурсы Центральной Азии, используя селекционные наработки и ресурсы Советского Союза. Поэтому в данном случае второй тип проектов совместного развития, этнохозяйственные проекты, здесь должна быть и явная хозяйственная составляющая, и возвратность инвестиций, но с другой стороны это должно задавать воспроизводство уникальных культурно-географических и этнонациональных специфик государств Центральной Азии. Третий тип проекта совместного развития – это индустриальные проекты или индустрии, где мы четко можем на основе современных расчетов и современного опыта четко задавать вход-выход, ресурсы, расходы. Здесь обычно пример, который я привожу, связан с, например, птицепромом, то есть с производством мяса, яйца, куриного мяса и яйца, поскольку на сегодня, конечно, это крайне индустриализованный, очень жестко отработанный формат экономической активности, и он требует совсем другого подхода, чем, например, этнохозяйственный или тем более инфраструктурный. Ну и, наконец, четвертый тип проектов совместного развития – это проекты в области культуро-антропологии и социально-культурного развития. Речь идет и от создания сетей академического обмена, который, к сожалению, на сегодня очень плохо работает и взаимодействует. Хотя, слава богу, на личных связях, на такой не очень высокой бюрократической активности, все-таки наши связи окончательно не разрываются. Но также об единой образовательном пространстве и попытке восстановления, по крайней мере, на уровне среднего специального и высшего образования. И вопрос, конечно, идет о таких специфических задачах, как, например, технологии социальной реабилитации, поскольку антропологически население региона и Российской Федерации, и государств очень сильно разрушено, очень сильно пострадало в результате вот этих хаотических, стихийных, там, политико-экономических бедствий, по сути. Как бы там кто ни провозглашал, ни говорил, но разделение единого пространства, оно принесло ущерб практически всем. В большей степени, в меньшей и так далее. Ну и в заключение хочу зафиксировать момент, связанный с инвестиционным пулом и инвесторами. Я вижу все-таки в качестве центрального инвестора эту позицию российского государства. Мне кажется, надо максимально продвигать эту идею, продолжать, мы ее продвигаем. Нам представляется, что правильные организованные вложения в Центральную Азию – это в крайних интересах Российской Федерации, даже в самом узком смысле. И, безусловно, здесь понимание еще плохо сформировано, но мы должны здесь направлять максимальные усилия. Второй момент с инвестициями. Мы, конечно, должны опираться на существующие уже системы финансовых вложений, которые в государствах Центральной Азии вполне нормально развиваются. Ну, вот возьмем для примера самое большое государство, нашу бывшую братскую республику СССР, Узбекистан, где в частности в ближайшие 10 лет только в энергетику инвестируется 4 миллиарда долларов с точки зрения не внутренних затрат, а с точки зрения
внешних, по сути, рынков, поскольку обеспечить создание энергомощностей на 4 миллиарда долларов на сегодняшний день Узбекистан сам не в состоянии. К сожалению, несмотря на наши многочисленные обращения, и так ни у кого особого интереса к этим 4 миллиардам долларов нет. То есть понятно, что не все так просто. Я понимаю прекрасно тысячи препятствий, тысячи обстоятельств. Но, на мой взгляд, это тоже до добра не доведет, потому что непонятно, когда с одной стороны раньше говорили, что нет денег, и непонятно, где их взять. А теперь оказалось, деньги есть и здесь, и в фондах, и там есть деньги, а оказалось, что ничего не происходит. И это связано, заканчивая свое выступление, самое главное, с тем, что вопрос-то встает очень серьезно в плане инвестиций о нашей, по сути, производительной способности, о нашей способности создавать общественные богатства. Вот главная проблема, проблема номер один. И я думаю, что не финансы и не трепетные отношения чиновников и политического класса к русскому рублю и тратам этих рублей в Центральной Азии, тем более там в Афганистане или Пакистане, не в этом причина, а причина в том, что не можем создавать системы экономически выгодные, не можем создавать новые системы по производству общественного богатства. И мы должны учиться, и мне кажется, в Центральной Азии этому учиться лучше всего, потому что условия жесткие, серьезные, проблемы с другой стороны тоже очень серьезные, и здесь на пересечении можно этому научиться.